Думаю, вам на земле будет проще с гидом. В земных делах у меня есть опыт. По-твоему, фиаско – это опыт? По-моему, сам опыт – это уже опыт. Цепляясь за материальное, отдаляешься от духовного? Так и объяснишь в кафе. Повезет, получишь метафизический бутерброд. Стой, 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 стой. Что за словечки, да ныне немыслимо? А что за манера операция котел? Так это вот... Ладно, спущу на первый раз. Мстители распались, с ними все. Распались? Как группа? Как Битлз? Простите, земля сегодня закрыта. Собирайте вещички и проваливайте. Хранитель. Он стрекочет от чего имени? От твоего? У нас два корабля и большой ассортимент клоунов. Мы с Грутом летим с ангельским пиратом. А клоуны летят на забвение перехватывать Таноса. Круто? Круто. Очень круто. Что за скот? Муравей. У нас теперь и паук, и муравей? Нельзя быть дружелюбным соседом, если соседей нет. Странно, конечно, прозвучало, но вы меня поняли. Я Питер, кстати. Доктор Стрэндж. А, выпендриваться будем. Тогда я Человек-паук. Паучок, ты мститель, поздравляю. Задам очень простой вопрос. Где Гамора? А я еще проще. Что за Гамора? Можно еще проще. Зачем Гамора? Я человек наполовину, и мои 50% тупости – это ваши все 100. У нас речь о Таносе, а он просто нереально силен. Ну, все же не одолел меня. Одолел, еще как. Единожды, но не дважды. Я скоро буду при новом молоте. Да уж, вся надежда на молот. Ого. Структура схем полиморфна? Да, мы каждую нейронную связь фиксировали отдельно. Ну а почему бы просто не запрограммировать синапсы на взаимодействие? Потому что мы не додумались. Вы сделали все, что смогли. Поднять всех по тревоге и выдать ему щит. Ты представляешь мощь, которой обладает звездное ядро? Она тебя убьет. Если умру, то да. Да. Коль убьет, то и умрешь. Подать мне Таноса! Эй, почем пушку отдашь? Не продается. Ну ладно, а руку тогда? Иди, иди. Все равно моя. Постригся? Бороду под меня отрастил? Ага. Да, познакомься, новый друг мой, Древо. Я есть друг! Я есть Стив Роджерс. Все собрал. Все. Какой ценой? Ценой всего.